Это не только мое, это вот истинно казахское, кочевническое уважение, значит, другому народу. Это закон. Жеті қырдың басын астың ба, жеті елдің тілін білдің ба. Вот формула кочевья. То есть ты сумел одолеть семь хребтов, и узнал ли ты языки семи народов. Без этого Авель и его мир, они абсолютно не способны. Он должен знать и понимать языки семи народов, значит, это символ множественности. И вот на этом строится особое взаимоотношение с большим пространством. И вот казахи в полной мере этим обладают. Не горды, не для, как говорится, не от того, что вот мы кичимся этим, а просто мы за собой это знаем. И вот мне выпало, по счастью, значит, по жизни ни одного такого. Ну, вот людей готовы совершенно идти и жертвенно, если надо так, но главное, изобретательно и очень толково работать вот на бессмертие этого народа, так сказать, продолжать бессмертие этого народа в самых сатанинских условиях середины 20 века. Кейбір есімдерді айтарым, Болат Хан Тайжан, вот Мақашта атадым, Селеу Сейдімбек, айта берсең көп те көшем, да, сол қазақтың мықты-мықты азаматтары, ана, біз жас тұлпар болғанда, ана, не, Марат Шембі, конечно, ана, Көкшетау тұлпары, так көшем, ол жерде, надо жақ, по всему Казахстану, организации таких молодых людей и так далее, там, и вот есть замечательная книга, Міржан Әлпейісов, жас тұлпар дүбірі деген кітабы, можно посмотреть, а главное, конечно, исследование Жанны Кадыралины, которая получила доступ к архивам КГБ. И она великолепное исследование, в общем, вот по этому вольномыслию, бессмертию свободного духа, в общем, среди казахов, вот те самые середины 20 века. Я вот сейчас об этом рассказываю, так? Мне представляется, что не зря мы сейчас об этом говорим. Мы сейчас возвращаемся, большую дорогу совершили. И вот сейчас, чтобы вот коржин, с чем мы возвращаемся, чтобы там все как-то аккуратненько легло, мы чуть-чуть наводим такой естественный порядок. Такой, да. Первым делом мы должны знать вообще, что мы с собой несем и кому это нужно. Тогда. Мы обретаем человеческую способность, мы возвращаем нормальную функцию нашему мозгу. Он не может иметь дело с фрагментами. С фрагментами имеет дело раб. Носитель рабского сознания. А вот нормальному человеку, особенно человеку степи, мира Авеля, нам нужно целостное понимание. И отсюда мы видим весь целостный мир. Непростой, но вполне с разрешимыми проблемами между народами, людьми и так далее, и так далее. Между человеком и природой, прежде всего. Такой опыт, который накоплен у кочевых народов, вот в этом взаимоотношении с природой, это у других нет, естественно, потому что вот в этих ритмах всегда все и шло. Этот опыт так мы собираем и идем с ним. И уверенность в том, что мы, значит, это знаем, и мы хотим этим делиться. И мы, значит, избавились от этого колонизованного сознания, когда, значит, вот мы действительно были носителем этого фрагментарного. Мы соглашались, что да, это вот так, а это, конечно, ну, не разрешает, так и не будем об этом говорить или помнить это. Вот это преодолели. И вот мы понимаем, что кому мы идем. Мы идем в этот мир современный, очень непростой мир. И вот истерзанная эта же Земля, как и вся, не просто на планете в целом, так, ядерные испытания, там, социальные эксперименты, гибель там, морей и так далее. Сама Земля, рождающая, так сказать, в общем, теряет эти свои способности, функции и так далее. И на этой Земле живут люди. Вот что вечно на Земле – это человек. Вот, и мы к этому вечному человеку, страждающему, так сказать, выполняя свой вообще тысячелетний долг намадов, людей мира Авеля, мы сейчас собираем аккуратненько и идем ему, и несем ему то, что, значит, может его поддержать вот в эти сложнейшие времена. Делаем это совершенно осознанно. Когда вот мы все это проходим и об этом говорим, у меня ощущение, так, что плечи мои согреты теплой улыбкой и Ахмета Байтурсунова, и наших Алаш, и Абай так как-то благосклонно смотрит на нас. Так вот, да? И как-то вздохнув от неизбывной печали и переживаний, великие поэты Зарзамана, это вот, значит, от времени страданий и так далее, так они тоже на это смотрят. То есть все нормально, человеческий такой долг мы выполняем. Никакого лишнего пафоса, так сказать. Но посмотрите, как легко человек находит друг с другом. Геральт Карлович Бельгер,
о, казахи мои, немец, пережил страдания, значит, депортации и так далее, но мы же казахи, мы его называли бельгер, знающий. Вот Бельгамеш, как Гильгамеш, Бельгер тогда-то, какой великий казах одновременно, этот немец такой. Потому что человеческое, оно и есть человеческое, понимаете? Вот он нахзадом. Вот он это и Абаевский, вот это, значит, поучение и так далее, так все было. И все на этой земле есть тогда-то. А мы здесь создавали, вот Тамырами были с Бельгером, клуб создали Тамыр. И там были, значит, тоже люди разные. И казаки были, славяне и так далее, и так далее. Так? И он тепло обо мне несколько слов написал. Тамур Тамуров, так в общем. Да? Вот сейчас мы говорим об этом новом Казахстане. Мне понятие само очень близко. Тяга Казахстан. Так. Конечно, можно сказать, ну, если вы такие были, так сказать, в общем, пассионарные, умные, в те 60-е, так много сделали, понаписали и так далее. Но мы же получили независимость. А что же за эти годы независимости, там, за 30 лет вообще, что же вы упустили, так сказать, из поля зрения многое, что могло бы душу и жизнь нормального человека, так сказать, сохранить в лучшем виде. У меня нет прямого ответа на это. Я просто знаю, что были, и даже в этой структуре, и даже среди этих заблуждающихся, и даже переступающих некий нравственный закон людей, тоже были такие креативные творцы исторического процесса. Вот время такое. Тут формула, мы же говорим о том, что тут черное-белое, значит, противостояние добра и зла. Ну, оно, вот так оно идет, человек так и живет. Но вопрос в том, чтобы вовремя, значит, опомниться и принимать такие серьезные решения. Я хочу еще вот сказать, абсолютно в русле вот этой вот нашей с вами философии и психологии тех, кто пошел колодцем, значит, 2500-летней давности и прошел этот путь, абсолютно этому соразмерно понимание того, что тут есть две составляющие. И одна из них, так в общем, да, из мира Авеля, другая из мира Каина. Вот это нужно очень прекрасно понимать. Так, а? Вот Авель – это вот то, что святое. Эта философия называется очень понятное такое единство исторического и логического. Проблема начала. С чего начинать? И вот мы тогда приняли решение, что мы начнем со сего эпохи. Нашли ее. Это, ну, вот то самое, смена бронзы железом, это удила и так далее, выход конных кочевников. И все, оттуда вот мы с вами вместе прошли вот этот вот самый путь в 2500 лет. По существу мы прошли тропой мира Авеля, убитого, так сказать, в общем, да, в ранние. Ну, это Авель, тот же Энкиду в эпосе Гильгамеша, тот же Полифем и так далее, и так далее, и так далее. И вот мы обнаружим, это вот тоже та же формула, мы об этом тоже говорили, стена – это великая стена, а великий шелковый путь – это дорога, это вот такие универсальные формулы пространства. Не хочу повторяться, но я хочу сейчас со всей определенностью сказать, вот именно вот в этом фрагменте нашей передачи, кто себя записал казахом, и кто так вообще, да, иногда бывает конфузится, там, стесняется и так далее. Это называется колонизованное сознание тогда, комплекс неполноценности. А если уж так серьезно, честно сказать, вот казахи по своему так вот, в общем, да, интеллектуальному, по содержательности, возможности, величию духа своего. Теперь я хочу просто еще одно для себя бесконечно дорогое сделать признание. Я так полюбил, конечно, казахтың өзін. Так, в общем, я вот 80 лет человеку, 80-ге жақында қалдым. Құдай-а, вот я действительно сейчас я горжусь по-настоящему, потому что я столько людей видел. Этих ауылдағы вот эти многодетные женщины, которые, когда туда приезжаешь, о чем-то пишешь, керосиновая лампа, там, джаз, пиши, пиши. Надежда на то, что на того, кто взял в руки перо, что-то так напишет, такое нужное и так далее. Так. Все время казахские женщины степей, они стимулировали это благородное такое начало и отвагу у мужчины. Ну и, конечно, вот весь этот путь, если помните, нас сопровождала высокая духовность. Мы опирались на это, на высшие, на шедевры художественных произведений, древнейшие, значит, и эпос –
тюркские, средневековые и так далее, так, на великую поэзию. И везде была музыка. Коркут – это музыка. Асан Кайгыт – тоже музыка, понимаете? Тут вообще музыка, музыка, она как-то идет. И на, в древних наскальных рисунках есть изображение. Фараби – это музыка, и вообще, у него есть трактат о музыке. Полагают люди, что Дамбру изобрел вроде бы, сконструировал Аль-Фараби. На самом деле нет, может быть, она была раньше. И вот из глубин веков, вот с самого начала нашего маршрута, как только встали мы на этот маршрут и двинулись, всегда сопровождал очень корректно и неодолимо, не позволяя себя не забыть и не забыть ни на секунду, ни днем, ни ночью, с нами шла музыка. И шла домбра. Не зря Кадыр Мурзалиев, он сформулировал это. Нағыз казах, казах емес, нағыз казах домбра. А у Мағжана Жумабаева есть поэма «Қойлыбайдың қобызы». Это фантастическая такая поэма, когда весь символ свободы, протеста – это кобыз, музыкальный инструмент. И этот он привязывает, когда байга так очень пошла. Койловай, собственник этого кобыза, он кобыз привязал, так, он жулкнуптур так очень куда-то. И вот этот кобыз, когда табун уже идет, и скачки идут, он устремляется, вырывает огромное дерево, так, в общем, да, кобыз, и летит с этим деревом. Так, да. И это воля, свобода, так, и это все наша великая музыка. Мне бы очень хотелось, чтобы в завершение нашего хождения, так сказать, долго, мало, я не знаю по времени, сколько так, но пусть бы вместе с нами, так достойно, как говорится, она всю дорогу шла, прозвучала, или вместе с нами немножко побыла бы музыка домбра, тем более это связано с тем, о чем мы говорим. Домбра, которую изготовил человек в 50-м году, самый большой мастер изготовления домбра, Камбар Касымов, Огусну Муртевшит, его называли Муртуса. Он на 70-летие Сталина сделал подарок домбру от Казахстана. Из остатков вот этого материала, да, он мне, 6-летнему, сделал домбру и подарил домбру. Корши Волгамс такая. Потом, когда я его, эту домбру с собой в Москву, и когда мы уже в Столпар в 73-м году поехали, в Джамбулскую область, по аулам и так далее, у нас был великолепный домбрист, ну, западный казахи, ну, Мурзагерей Шаткалиев тогда, студент-энергетик тогда, потом к почту возглавлял. Ну, виртуоз просто наш, отдай, отдай. Соган, я подарил ему эту домбру, и вот эта традиция пошла. Совсем недавно, так, в общем, ну, уже... Сыном мне довелось быть в ауле Кенена Азербаева. Это великий совершенно поэт, импровизатор, ахан и так далее, инструменталист. Вот. И его дети подарили, значит, мне домбру, которая вот связана с Кененом Азербаевым. Я приезжаю сюда, здесь в библиотеке уже начинаю работать, и вдруг в один день приходят молодые люди, они говорят, мы Жастулпар. Какой же Жастулпар? А мы, говорит, в общем, где-то в Петербурге, в Москве, зарубежные такие, мы все, значит, мы Жастулпар. И среди них молодой человек совершенно нереально фантастическим именем, его зовут Ясави. И он, оказывается, у них фиши главные. Ну, конечно, у меня не оставалось выхода, я эту домбру взял и Ясавиға сол сыйлап бердім. Эту домбру, вот эту они увезли. И вот как мы кочевье делаем, то есть мы, мир Авеля продолжается. Мы не боимся пространства. С нами всегда идет высокая духовность. Так было, так будет.